Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами обсудим, что такое растяжки, что с ними можно сделать, и также поговорим о новом креме против растяжек от Oriflame. Поехали! Растяжки, или еще их называют стри, это результат перерастяжения кожи из-за внутренних микроразрывов. Причин появления растяжек может быть множество, но самая основная причина – это набор веса. Чаще всего во время беременности могут быть еще гормональные какие-то причины, могут появиться на животе, на бедрах, на руках, везде, где кожа начинает натягиваться. Поскольку степень эластичности кожи у всех нас разная, может быть наследственная, может зависеть от ухода, сейчас вам объясню как. И есть такие счастливчики, которые даже при большом наборе веса никак не имеют растяжек, то есть у них кожа натягивается и потом сжимается обратно, когда вес уходит, и совершенно не рвется. У тех же, кому повезло меньше, сначала появляется зуд, может это место чесаться, и потом люди, неважно какого пола, возраст совершенно не имеет значения, это может быть и подросток, и взрослый человек, и мужчина, и женщина, видят, что вот в каком-то месте на коже появляются такие полосочки. Сначала они ярко-красные, потом они бледнеют и со временем становятся совсем бесцветными. Это тоже очень важно понимать, как выглядят ваши растяжки. Чтобы понять, есть они у вас или нет, достаточно провести рукой по коже, по бедрам, по животу и посмотреть. Если вы вот почувствуете неровности, смотрите на это место и анализируйте цвет. Если ваши растяжки яркие, значит, они недавно у вас появились и можно что-то с ними сделать, как-то с ними поработать. Если ваши растяжки уже прошло какое-то время, они побледнели, стали совсем бесцветными, здесь уже никакие косметические средства вам не помогут. Здесь вам нужны шлифовки, пилинги, лазерные пилинги. И в этом случае можно каким-то образом сгладить кожу. Поймите, что растяжки – это порванная кожа. И говорить о том, что какое-то средство вам поможет избавиться от этих растяжек – это вообще некорректно. Как теперь сделать, чтобы растяжки не появлялись, если у вас, например, их еще нет, слава богу? И что делать, если они появились? Я, как человек, который прошел этот путь вот от и до, могу поделиться своим опытом. Любые средства, которыми вы пользуетесь против растяжек, можно поделить сразу же, это очень важная информация, на две категории. Одна категория средств, которые предотвращают растяжки, а другая, которая с ними борется. И нельзя путать эти средства, нельзя их менять местами, потому что я совершила эту ошибку. Я взяла средства, когда была беременная первой дочерью, укрепляющие кожу. И что я сделала? Я сделала свою кожу очень упругой, привела ее в тонус. Соответственно, когда начал у меня расти живот, у меня кожа просто порвалась, и теперь я счастливая обладательница растяжек. И понимаете, вам нужно, когда у вас идет набор веса, либо вот беременность, вам нужно брать такие кремы, которые будут делать вашу кожу не упругой, это очень важно, а эластичной. И поэтому вот этот крем, который предлагает сейчас Oriflame как новинку, он не подходит в данной ситуации. Он подходит для второй категории людей, у которых растяжки уже появились. Какие средства можно взять, чтобы предотвратить растяжки? Вы можете брать любые совершенно глубоко питательные, глубоко увлажняющие те продукты, которые будут помогать вашей коже растягиваться. Тогда она при наборе веса растянется, а потом, например, когда вы уже родили ребенка, то ваш живот постепенно, он уже, вы берете тогда средства, которые придают упругость вашей коже, и начинаете работать с кожей, чтобы помочь ей быстрее прийти
в тонус. Но ни в коем случае не наоборот. А вот если у вас растяжки уже появились, тогда вы берете продукты, которые помогают регенерировать вашей коже новые клетки, быстрее обновляться. И вот здесь крем от Reflame. Посмотрите, какие там слоганы. Надоели растяжки. Давайте там бороться с растяжками. Против растяжек. То есть это средство для тех, у кого растяжки уже есть и кому они надоели. Я надеюсь, вы уловили разницу. Давайте теперь разберем, чем он хорош. Во-первых, он подходит и для беременных, и для кормящих женщин. Во-вторых, это не просто крем. Здесь написано концентрат. То есть это просто микс и коктейль суперэффективных ингредиентов, которые будут помогать вам бороться с растяжками. Еще раз подчеркну, что если они у вас уже старые, очень светлые, это уже порванная кожа, там только шлифовка. Этот крем вам не поможет, не спасет. Если они яркие, красные, недавно появились, то здесь вы запустите регенерацию, и ваши растяжки смогут уменьшиться в размере, в ширину, в длину, в глубину. Они не исчезнут. Они могут остаться там тоненькими ниточками, они все равно останутся, кожа порвалась. Но вы сможете с помощью этого средства значительно уменьшить проявление ваших растяжек. И также упаковка здесь, как часто бывает у Oriflame, из переработанного пластика на 31%. Насыщенная текстура у продукта, быстро впитывается, тонизирует, увлажняет, защищает и подтягивает кожу. Опять обращаем внимание на описание, ключевое слово «тонизирует», то есть приводит в тонус кожу. И основной здесь ингредиент – это азиатская центелла, которая способствует обновлению кожи, увлажняет, эффективно воздействует на сухие участки и также для того, чтобы делать кожу более восприимчивой к формуле продукта. Здесь еще содержится пчелиный воск, тоже очень хорошо заживляющий. И масло ши, это просто королевское масло, которое добавляют как супер такой питательный ингредиент в продукты по уходу за кожей. То есть вы еще будете получать очень насыщенный уход за кожей с помощью этого концентрата. Центелла азиатская, как ключевой ингредиент, содержит множество полезных для кожи соединений, которые поддерживают процесс обновления кожи. И самое главное, что нам нужно в борьбе с растяжками, это способствует выработке эластана и коллагена. Кроме того, она содержит природные антиоксиданты и углеводы, которые также способствуют увлажнению кожи. И вот такой набор полезных ингредиентов делает вот этот концентрат идеальным продуктом для того, чтобы бороться с уже появившимися растяжками. Этот концентрат не профилактического действия, а узконаправленного. Это, ну, своего рода курсовка. И вы его покупаете и воздействуете на проблемные зоны 2 раза в день. Дополняете уход за собой диетами, физическими нагрузками. Можно мягкой щеткой делать сухой массаж. И также, ну, активные массажные движения для того, чтобы продукт как можно глубже впитался в вашу кожу. И результат не заставит себя ждать. Кожа начнет быстро обновляться, и ваши растяжки начнут бледнеть и уменьшаться в размере. Вот такая новинка от Oriflame. Если у вас опыт борьбы с растяжками, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И ставьте лайк, если вам был интересен полезный обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео новинка Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!